Вижу. Давай. Четыре попадания по нему сделал, ну. Чел, ну имей совесть. Что там за броня такая у тебя? Что ты хаваешь мои 62-е патроны и живешь? Четвертый класс? Серьезно? Херово так четвертый класс держит. Смотрите, я ему почти все сточил. Кстати говоря, а ты кто? Дрон Болт его убил. Как? Ад? Не-не-не-не-не! Не пали контору, аккуратно, вот. Я что-то крадусь, и так как розовая пантера, чисто тихонечко туда. Вряд ли один этот чел. Так, это СВД. СВД мы нашли. Должна быть Мосинка еще. Вижу. Готов. Блять. Готов. По-моему, еще один был справа. Эть. Вот там, по-моему, был еще один. Все, типа. А что они тут сидели на камнях-то на этих? Я не понял. Well, touch. Ну, геночка, сюда. Красный разве нормальный порох? Ну давай возьмем. У нас там человек. Не вижу его. Может быть, правее ушел в сторону поваленного. Может и нет. Так, нахер, нахер. Это сюда. Нахер, нахер. Сюда. Ну, блин, та СВДшка меня смущает. Он где-то там до сих пор должен быть. А, вот, еще двое там, елки-палки. Блять.
Готовы. Хорошо. Вот такой бы всегда был лес, я бы вообще отсюда не вылазил. Ладно. Без чека сразу лутать, короче. Если что, это ошибка, так никогда не делайте. Сначала надо все прочекать, потом лутать. Тоже тыкву взял, чел. Вот это вот. Не убивайте меня, пожалуйста. Ну да, наверное, да. Ну не все. Но большинство, да. Или какая-то часть. Десять тысяч с леса налутал опыта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть ЧВК. Нормально. Ага, вон бегает кто-то по дровам. Справа. Правый минус. По мне, что ли? Он что, видит меня? Ой-ой-ой, сейчас хае было, по-моему, очень хорошее. Если он все еще был там, откуда по мне стрелял, то ему хана. Дедочка закончилась сразу вовремя, так как. Быстрее. Минус. Этот за камушком. Один правее обходит. У нас еще двое. Так. Остался за камнем. Если он выжил там после гранаты. Ага, выжил, кстати, да. А я убил того с Мосинкой, с Валдаем, или нет? По-моему, я нормально его выцелил, но в конце вроде как рукой дернул. Ладно, погнали. Чекать лицом. А, нет, он жив. Значит, он и прокидывал хаешку. Сколько я убил? 4, да, по-моему? Или 5? Шесть.
7. Или 6. Вот еще один. Не-не-не, чел, не убегай. Не трясите с руки, блин. Убил. Да, он убил его. То есть он убил вот этого, а я убил вот этого. Сколько? 8, да, парни? Раскидай, а? Барсейка. У тебя такой же ник, как на стриме? Если так, то без проблем вообще. Надеюсь, меня никто не убьет. Да, вот ты. СВД твоя? Каратан. Так, Валдай сюда. Брамит сюда. Такую четкую оформил. Готов. Челобот уже, по-моему, бегает. Это кто? Это Юсеф, кстати. Его убил чел с Мосинки. А у него, кстати, риминг там такой, прям бодрый. Ну все, как бы. Броню мы выбрасываем. Так. Кстати, левелы такие неплохие у ребят. В принципе-то. Так. Давай вот так. Здесь давай вот так. Там у нас еще двое валяются. Вот это какой-то low level, скорее всего. Ну да, 22-й. А вот этот тоже особо не отличается, так скажем, опытом игры. Ну да, 11-й тоже. Все верно. Но я с него сумку утащу. 51-й. Вот смотрите, какие левелы. Вы гляньте на левелы. 46, 52, 47, 43. Блин, такой лес мне нравится. Как делали, что специалисты? Такие вот специалисты. А! Ай, блин, один в грудную клетку. Ну серьезно, блин. Все ж так красиво было. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестеро только? Блин, обоим надавал. Он выжил, по-моему. Да. Как я и говорю. Убивая с полуавтомата, никакого кайфа вообще нету. Ты просто стреляешь, стреляешь, стреляешь до момента, пока... не убиваешь челика.
Блять, я просто сейчас не увидел его в прицеле. А еще ты можешь сделать вот так. Уже есть в игре. Зачем добавлять еще одну такую пушку? Вот, вот что я имею в виду. Когда говорю, что она бесполезная. Такие уже есть пушки под такой калибр. Примерно таким же сетапом. Зачем? СВДшка, кстати, ваша. Я там СВДшку просил. Кто он там? Снейк. Айс какой-то. Блин, Тэшка не лезет сюда. Придется так СВДшку, а Тэшку в руки брать. Еще одна СВДха. СУхой на меня парень хотел влететь. Ты бегал передо мной. Двое. Почему они умирают? Куда они? Давайте драться. Ребятишки. Где второй? Какую-нибудь ямку, наверное, залег. А нет, вот он. Справа четко, ну вот, я же говорю. Просто в настройках стрима, ну ты можешь назначить, будет у тебя звук стерео или моно. Понятное дело, все стримят стерео. Потому что глупости стримить в моно. Я слышу то, что слышит шайтан. У нас уши одинаковые. Блин, не знаю, парни. Я, наверное, ящик не пойду открывать. У нас тут и без ящика хватает всего. Скорее всего. О, броник, кстати, четкий. Да броник забирать. Вот это сюда. Сейчас сюда еще какую-то пушку засунем, и будет ништяк. Ага, с лобаевкой. Всего лишь. Эфочку сюда. И погнали на выход. Соведу. Более у ДТМДР есть автоматический режим, а у этой нет. Это только полуавтомат. У меня есть SteelSeries Siberia, но микрофон на петличке сломался, звук хороший. Я сейчас сижу на Razer, с рабочим микро звук хуже. Надо как-то совместить их. Сделай гибрид. 12 тысяч опыта, кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семерых. Это бот ведь? Это же бот, да? А это не бот, это бировец. Сука.
Попал. Попал. А он с кем-то дрался в эту сторону. Пойдем искать. О! Спокойно, чел. Давай не будем выдумывать. Блять, там чел. Как я вовремя начал добро делать? Домой винтовка обратно. На него вал. Пилится, походу. Блять. Ты еще кто такой, нахер? По-моему, кончился. У него экспил на голове был или что это? А я что, взорвал кого-то? А нет, вот он как раз убил этого, походу, типа. Да. 61-й, ого. Да, экспил, как я и говорил. Птица маска, лицо на лице. Блин. А, хотя... Хотя нет, отлично. Сейчас вот так сделаем. Просто лонг-джампы ограничить. Вот лонг-джампы, да, их надо ограничивать. Жалко, конечно, будет, но что поделать. Они действительно лишние в этой игре. Блять, вот они двое. Как-то мы с ними разминулись, бля. Каким-то образом. Блин, ну не убегайте, парни. Давайте драться. Бля. Спокойно, чел. Из тебя тут пока что играем. Минус один. Попал. Я с тобой до конца, значит, по-честному. Это пистолетик достал. Ёптыть. Хорошо, что я ему жахнул с этого, с МП7 сразу же.
С грача он мне начал насыпать. То есть такой новичок приходит в игру. Вообще не вижу. Сейчас с такой погодой прекрасной. А, вот он. Что-то белое у него одето на лице, поэтому я его заметил. А, это противогаз Слоник, чё? В смысле? Так он без глушителя. Это вообще челобот. Блять, потому что вот он. Потому что я стрелялся вот с тем типом. Пока этот тип просто смотрел на меня. Кстати, вот Вейкер твоя, которая Мосинка, ты говоришь, красивая в Архангеле. Это же страх, страх просто. Просто страх какой-то. А, вон. Фига он втопил. А куда он? Бля, это пенек. Я чуть пенек сейчас не убил. Еще есть? А вот и тепловизор подъехал, парни. Тоже с тепловизором, интересно. Да, хорошие вы мои. Сюда. За кто это? Я не стал рисковать. Это ЧВК, кстати. 49 уровень. Че, принес? Блять. Походу теплак еще один. Ага. Нет! Там еще есть кто-то. Серьезно, блин. Ой, надо заканчивать на сегодня. Я реально уже устал. Пример, если чат не читает, да вообще не говори, блин. А, я не убил этого первого. Серьезно? А куда он там пропал? Я по нему так зажал хорошо. Эх. Ага. Видели, там снайпер лежит на камушках, греется. В солнечных очках чисто загорает. Ладно, хоть бировец. Потому что как бы... Был бы юсек, тогда бы другой юсек его кремом обтирал в этот момент. И кто-то под деревом. Nice. Плохие сервера. Это что? Как на них играть, на этих серверах? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Блять. Не, этого надо в нарезку будет поставить. Да, это боссы.
Гранату мне кидает. Он ведь докинет. Не, ну чат. Я за стеной был. Не, пойдемте лес тестировать. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.